Меня зовут Александра Сорская. Александра, здесь микрофон. Козырьку на стол, а микрофончик будет. Вначале выступите, а потом козырьку. Меня зовут Литовская Александра. Я студентка 5-го курса Медицинского университета. Мой проект «Здоровье нации – это дело каждого». А основа здоровья – это правильное питание. Потому что немногие люди умеют правильно питаться и не знают, как это начать. Я хотела бы внести свой вклад в оздоровление нации. Я начала это со своей семьи. В моем репертуаре кулинарном уже более 20 полезных блюд. Сегодня я вам принесла пирожные с лесными ягодами. Вот большая семья. А это не пластиковые, настоящие? Настоящие, все настоящее. А малина как будто пластиковая, да? Вот я такая... думаю, что надо на какой-то паузе. Скажите, да. это вы принесли показать или оставили? Нет, это я вам хотела оставить. Без стенок. Ну мы же говорили, здесь только в кабинет. Да, конечно. Вы такой не любите. Ничего, давай я же попробую. Можете прямо здесь попробовать? Давайте пустим картинку по кругу, да? Давайте, потому что у нас это как-то нехорошо. Только осторожно, они такие... Они такие воздушные, что если их сильно сжать, они сломаются. А вы передайте посмотреть. Саша, тебя же никто не слушает. Это неинтересно. Все. Внимание. Ну вот, вы можете их есть и не бояться. Все думают, что пирожное – это очень калорийное блюдо и совсем не полезное. Но они у меня, во-первых, не калорийные. Я посчитала, что калорийность одного пирожного где-то как у стаканчика йогурта. Потом в них очень много лесных ягод. А лесные ягоды – это магний, калий, железо, много микроэлементов, макроэлементов. Они полезны для сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного